стоит. Народная милиция ЛНР сообщает об обстрелах своих позиций и провокациях со стороны ВСУ. Заместитель начальника штаба корпуса народной милиции ЛНР полковник Игорь Ященко заявил, что украинские силовики, обстрелявшие позиции народной милиции в районе села Марьевка, пытаются таким образом спровоцировать бойцов ЛНР на ответный огонь. За минувшую неделю украинская сторона попыталась провоцировать нас на активные боевые действия путем обстрела наших позиций в районе Марьевки. В настоящее время военно-политическое руководство Украины целенаправленно проводит мероприятия по дискредитации ЛНР в глазах своих граждан, обвиняя нас в нарушениях условий Минских соглашений в части отвода тяжелой техники, отметил Ященко. При этом, по словам заместителя начальника штаба корпуса народной милиции ЛНР, это делается намеренно, чтобы сфабриковать основания для возвращения вооружений на прежние места. И о готовности сделать подобный шаг уже в открытую, говорят официальные представители ВСУ. Он также подчеркнул, что на других участках линии соприкосновения режим тишины в целом соблюдается.